Мол, теплый вечер 31 мая, я лег в кровати и стал думать, как я проведу это лето, которое должно быть реально очень крутым. Мне нужен был план, и я придумал его. 66 пунктов, которые нужно выполнить. Первым из которых была дача. Я хотел выбраться, покопаться в земле. Я хотел, черт возьми, отдохнуть душой и телом. Следующий пункт — рыбалка каждый день. Это самое то, чтобы восстановить испорченные городским ритмом жизни нервы. Костер. Я давно не сидел у костра, я хотел посидеть, посмотреть на звезды и покушать что-нибудь вкусное. Я хотел достать старый мопед, я хотел починить его и разогнать всех псов в округе его ревом. Тут я вспомнил про мяч. Мне подарили его 2 года назад, с тех пор он пылился в кладовке. Нужно достать и попинать его с друзьями. И, конечно же, отдохнуть на пляже. И 60 других пунктов, не менее приятных, чем эти. Знаете, как я на самом деле провел это? Я скачал WoW, я запустил его, я создал чар, зашел и понеслась. И это было реально самое крутое лето в моей жизни.